Ну вот, 7.50, 15 мая, как я и прикидывал, вот на этом квадратном метре, меньше, чем квадратный метр, примерно пол квадратных метра, высотой метр, я собрал сегодня 1100 червячишек из зениофитида, ну, можно сказать, за 3 часа. Вот они здесь, красавцы, в коробушках, чтобы не бликовало. Здесь вот съемочки сделаю. Ну и сейчас такая активная политическая деятельность в нашей стране, и практическая тоже, я имею в виду Россию, поскольку я гражданин России, что мне невольно частенько многие верные коллеги задают вопросы, не только верные коллеги, и не только российские, мое отношение ко всему тому, что происходит и прочее. Мое отношение очень простое, как в собачьем сердце, всем известным, сказал профессор Преображенский, чтобы не было разрухи. Каждый должен делать свое дело профессионально и поменьше митинговать. Тем, кому положено принимать какие-то решения, у кого в каком регионе возникли кризисные положения или состояния, в тех регионах нашей огромной страны оно и разрешается именно теми людьми. А все остальные должны, как раньше было, одобрям все действия, поскольку наше конкретное участие в этом исключено, а поддержка всего этого может быть только своим добросовестным трудом. А все, что происходит в мире, все, что не делается, как говорит пословица, все, что не делается, все к лучшему, и не бывает худо без добра. Большая политика делается не нами, а специально обученными людьми, причем нами выбранными. Так что мой вопрос, мой ответ к людям всегда стоит так: а что ты сделал, чтобы усилить нашу страну, свой регион? А все вот эти демагогические заявления и митингования на пустом месте, я считаю просто-напросто неуместны. Каждая задача должна решаться в конкретном регионе, конкретными людьми, большинством голосов. Вот и весь мой ответ. Ну а кто их поддержит? Более разумный поддержит, наверное. Более сильный, более богатый, более решительный. Вот и весь мой ответ. А мое дело вот добросовестно помогать червячишкам, которых я здесь развел сам, которые по моей вине могут пострадать. Или еще по чьей-либо. Вот вам желаю такие же телодвижений, здоровых, с пользой для нашего долголетия, для общества, в каком мы живем, для того региона. Ну, если есть возможность, то и в глобальном масштабе можно как-то помочь. Опять-таки, вот таким безвредным и безопасным способом. Ковырнул ногой, а это способен делать каждый. И собрал сразу десяток червячишек. И конкретно на 1 евро. Вот и весь мой политический ответ на эту тему. Всего доброго, успехов вам!